Так. Офисные программы, табличный процессор Excel. Рекомендации. Ну, типа, читайте. Попробуем. 20 вопросов, 20 минут. Excel – это графический редактор, операционная система. Вот написано «табличный процессор Excel». Логично, что нужно клавиши на клавиатуре. Грип. Файлы с расширением XLS и т.д. содержат несколько рабочих листов. Только один рабочий лист, только одну таблицу. При выделении одного фрагмента на рабочем листе, область произвольной формы – прямоугольная область. Конечно, прямоугольная, да? Можно ли выделить на рабочем листе несколько фрагментов? У меня никогда не получалось, но, может, это можно. Для выделения мы... можно, конечно, можно ж. Ну да, можно же несколько, да. Для выделения мышки нескольких областей, как раз следующий говорит, нескольких областей. Он с контуром несколько областей, да? Так, я запускаю локальк. Он ведет себя так же, как и Excel. Правильно, Мигран? Ну, в таким примитивных вещах-то точно так же. Значит, я... выделил с контролом, а с шифтом нет, с шифтом нет, он продолжает с контролом. Можно ли изменить имя рабочего листа и название рабочей книги? Как рабочую книгу изменить? Рабочая книга — это файл. А что такое рабочая книга? Нет, книга — это несколько листов в книгу собирается. А что ж такое-то? Я не знаю, что такое книга. Значит, пусть и то, да? А сколько чисел можно писать в одной ячейке? Более двух, только одно, не более двух. Да, только одно число, да. Потому что дальше будет текст. В программе Excel можно открыть более одной рабочей книги. То есть мы можем открыть, создать еще один электронную таблицу. А прямо из Excel мы ее переименовать. Сохранить по другой. Там преподаватели отслеживают, когда они приходят и появляются на курсе, они им открывают, баллами по полной программе. Формула для расчета вводится с клавиатуры или с меню вставка функция. Так, с клавиатуры мы тоже можем вводить. Можно ли сохранить в файле отдельно созданную таблицу, не сохраняя только таблицу, да, лист. Файл сохранить как? Но тогда сейчас и бесполезно нам звонить. Когда появится доступ к Туисе, тогда он должен быть прикреплен к группе, которую он входит, и потом будет давать лагерь. А как отдельно? Нет. Нет, не отдельную таблицу файл нельзя сохранить. Как можно изменить ширину столбца? С помощью формул, с помощью мыши, через меню формат. Как можно изменить высоту строки? Можно ли сделать строки или лист невидимым? Можно. Лист скрыть можно? Да, лист можно скрыть. Строки скрыть, можно толпу скрыть. Если это именно скрывание. А как лист скрыть-то? Я не знаю. Где скрыть лист? Где? Есть скрыть лист! Я же никогда читать не умел. Сколько столбцов можно сделать невидимыми? Для подтверждения ввода в ячейку нужно нажать клавишу
Enter, нажать клавишу Tab. Можно же, да? Не работает, только Enter. А, работает. Я ввел ки-ки-ки-ки, Tab, он перепрыгнул на другую. Чем? Тут стрелочек нету. Тут Alt, Ctrl, F. Ладно. Для содержимого активной ячейки отображено в строке состояний. Это строка состояний называется, да? А, или это строка формул? Давай строка формул пусть будет, да? Следующая строка. Какие из приведенных элементов характеризуют электронную таблицу? Столбец, формат, ячейка, строка. А формат? Формат чего? Не, формат. Формат ячейки есть. Ладно, я не понимаю. Документ Excel – это рабочая книга и лист Excel, да, рабочая книга. Столбцы электронной таблицы могут обозначаться цифрами, буквами, буквами русского алфавита, буквами латинского алфавита. Цифрами и, значит, буквами и цифрами, да? Да. Вот так вот. Буквами латинского алфавита или цифрами. Введенный в ячейку текст обычно автоматически выравнивается. У меня по левому краю выравнивается. А, цифры, если ввести. 1, 2, 3. А, сейчас смотрим. Еще. Текст. Текст по левому краю. Но цифры это тоже текст. Вау! Свершилось чудо. 20 баллов. Из 20. Я страшно умный, оказывается. Да, с помощью всех. Все мне помогли. Я страшно умный. Так, я останавливаюсь.